В Атырауской области постепенно стабилизируется паводковая ситуация. Напомню, ранее в связи с резким подъемом уровня реки Уйла возникла угроза потопления в селе Аккура. Там установили круглосуточное дежурство спасателей и волонтеров. В районе за обстановкой следят больше 50 сотрудников ДЧС. Задействовали 2 единицы техники. Всего риск подтопления был в 5 населенных пунктах. Сейчас уровень воды в реке снизился на 20 сантиметров. Из-за угрозы подтопления села Аккура была сооружена защитная дамба. Также в Коздикаринском, Тайсаганском и Ташагылском сельских округах провели обвалывание на протяжении 18 километров. К этим населенным пунктам подступала вода, но фактов подтопления домов не допущено.